Я рад подписать контракт с «Динамо» Брестом. Перед клубом стоит самая высокая задача. Я приложу максимум усилий, чтобы их выполнить. Хочу передать привет всем болельщикам «Динамо» Брестом, поздравить их с Новым годом и пожелать всего самого наилучшего. Женя сильный футболист, следили за ним на протяжении всего сезона, провел его на высоком уровне, реально усилит атакующий потенциал нашей команды, который и так не слабый. Вот. Также вызывался в сборную. Уверен, и клуб, и сборная получат после этого подписания более сильного, качественного игрока, и он поможет нам в достижении наших целей. Дорогие болельщики, в свою очередь хочу поздравить вас с Новым годом. Это будет интересный, хоть и сложный год. У нас очень серьезные вызовы, поэтому будьте с нами. Мы, в свою очередь, будем с вами. Желаю вам ярких эмоций, только позитива. До скорых встреч!